трехполосная автомобильная дорога Агдам-Физули – один из реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов проектов, будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации сел и районов. В соответствии с проектом вдоль дороги возводится 380-метровая опорная стена. Продолжаются работы по строительству дорожного основания, а также перенос коммуникационных линий. В соответствии с проектом вдоль дороги прокладываются водоотводы с использованием труб разного диаметра, водостоки. Также в необходимых местах подземные переходы, новые автомобильные мосты. Уже сооружены 24 водоотвода, 4 подземных перехода, предусмотренные для коммуникационных линий 12 резервных переходов. Продолжается строительство автомобильных мостов на предусмотренной проектом дороги. Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автотрассы Берде-Агдам, проходит по территории Агдамского, Акчабезенского, Физулинского районов. Его строительство позволит удобно передвигаться из Барды до Агдама и Физули и в обратном направлении, окажет вдоль дороги положительное влияние на социально-экономическое развитие. Орхан Гасымлы, Кемаль Азизгазы, новости АСТВ.